Приветствую! Как вы знаете, версия 1.18 принесла в игру новую генерацию. Реки стали шире, горы выше, а трава зеленее. Но тут чего-то не хватает, а именно новых биомов. Итак, это обзор датапака Тиралиев 2.0. Приятного просмотра! Датапак добавляет большое количество новых биомов в верхний мир. И самое крутое, что они разные и отлично проработанные. Бывают, конечно, и схожие, но таких немного. Как думаете, какой это биом? Не догадайтесь. Это летающий остров. Да-да, даже такое тут есть. Они еще бывают зимними, весенними и летними. Так, а тут целый вулкан. А что? Если есть летающие острова, то и вулкан должен быть. Справедливо ведь? Еще один интересный для меня биом – это лунный свет. Здесь много цветов и кристаллов, да и сам биом весь фиолетовый. Но такое название он получил неспроста. Лунный свет здесь красивый, в скобочках с шейдерами. И чуть не забыл, пещерные биомы. Они тут есть, но сделаны менее интересными. Меняется только основа пещеры, добавляются небольшие детали. Например, тут корни грибы. Теперь про датапак в целом. Плюсы и минусы. Плюсы. Большое количество разных биомов, качество биомов, не сильно влияет на FPS, и старые биомы и данжи без проблем спавнятся. Минусы. Летающие блоки и медленная загрузка чанков. Как видите, плюсов больше. Но играть с ним или нет, решать вам. На этом все. Буду благодарен за поддержку в виде лайка и подписки. Спасибо за просмотр.